Я на вас смотрю и вижу шрамы от этой долгой и страшной войны. Давайте, вперед, вперед! Пошли, вперед! Ради наших детей! Ради наших внуков, чтобы у них не было этих шрамов! Чтобы они помнили, кем мы были! И что мы сделали! Чтобы они знали, что мы не склонились! Не сдались! Что мы восстали в критический момент! В решающий час! Готовые пожертвовать абсолютно всем! Чтобы они жили свободными! Это наш мир! Сегодня мы вернем его!